Юридический институт Российского университета Дружбы народов славится своей элитарностью и качеством образования. Он готовит специалистов в области юриспруденции для России, стран СНГ и дальнего зарубежья. В 2019 году институт выпустил профессионалов, которые смогут урегулировать спорные вопросы на международном уровне. Я сейчас очень счастлива, я даже очень рада, потому что наконец-то завершила то, что я пришла в Россию сделать. Все мои учеба, все это для моих родителей. Моих родителей, для преподавателей, которые меня поддерживали все это время в университете. И спасибо Руден за все это. Я провела в этом чудесном, потрясающем университете 6 лучших, наверное, лет моей жизни. Я безумно благодарна этому месту не только за полученное образование и вообще свои знания, а также за то, что я приобрела здесь друзей из разных стран. Я получила колоссальный опыт жизненный, и я безумно счастлива. Я ждала этого дня очень долго, и мой любимый Руден, спасибо! Сегодня я очень благодарен за то, что я хотя бы знаю чуть-чуть русский язык, потому что для меня это очень важно и очень красивый язык. И хочу сказать, что спасибо Руден, спасибо Российской Федерации. И всегда Россия вперед. За все время своей успешной деятельности юридический институт РУДН выпустил уже несколько тысяч высококлассных специалистов. С каждым годом юридический институт Российского университета Дружбы народов и другие подразделения РУДН набирают все больше оборотов и становятся более востребованными. А чтобы появилось больше шансов для поступления в самый международный вуз России, нужно прислушаться к опытным молодым людям. Учиться на юриста — это не значит, что знать прав в статье, в какой статье что находится, что за сколько месяцев будет сидеть, если кого-то убьет. Это не то. Это то, что у вас внутри, в сердце есть в качестве человечности. И, конечно же, я советую всем учиться здесь. Широкий кругозор, во-первых. Во-вторых, отличные преподаватели. И, конечно же, лучшая атмосфера вообще в России. Я, так как учился и в Турции, я могу сравнить. Мне здесь очень нравится. Я люблю Российский университет Дружбы народов. Теперь не только Россия, но и множество других стран по всей планете могут чувствовать себя спокойнее, потому что их права будут надежно защищены. Телевидение РУДН. Новости.